Ну что, всем добрый день. Еду в сторону речки, точнее устья реки Псизуапсе. Ехал, честно говоря, в надежде посмотреть, что там как. Я уверен на 100%, что ни Багратион, ни Взморье особо не пострадали, потому что шторм хоть и был, но пляжи уже пустые, все лежаки, все оттуда поубирали, поэтому там чисто и спокойно. А вот речка могла слегка приподняться. В принципе, это заметно по цвету моря сегодня. Если вчера море было более-менее такое красивых цветов, то сегодня оно было какое-то коричневое. Моросит дождик, как видите. Омыватель, который я купил, уже закончился. Мало взял, вылил весь. Сейчас подъедем, посмотрим, что там да как. Море по-прежнему сегодня буянит. Буянит хорошо, скажу я вам, сейчас увидите. Мне еще надо застегнуться. Так как ветерок не слабый. А потом я все покажу. Ничего так, я вам скажу, здесь тоже досталось. То ли сюда немножечко уже вытащили эти бунгало всякие разные, видите. То ли нет. Ну, во всяком случае, вытащили. Они здесь вот стоят, вы видите сами. Их немножечко потрепало. Опять же, только народ только успокоился, самую малость, и понеслась. Ну, что я вам скажу. Видимо, сюда тоже добивало. На пляже Взморье наблюдается мусор. Такой мелкий. Не то, что было в прошлый раз. Тут тогда бурлило. Он где-то крышу сорвало, что ли. С чего-то где-то как-то. Цветочки поубирали. Вот в этой части, ближе к фонтанам. Не фонтанам, а этим девушкам. Полуобнаженным немножечко набедокурило. Ну так, в меру. Все это уберется быстро. Не проблема. Около ресторана Ковчег тоже он уже убирает народ. Слегка намусорило. Значит, волны были достаточно серьезные, видите, раз сюда долетало-то. Да не сейчас, я скажу вам, не детские. Вон какая волна закручивается. И вот где-то до этого места она легко-легко добивает. В зависимости от размеров. Пол пляжа накрывает легко. Красиво. Стоять сказал! Ну, полметра не рассчитал. Чуть-чуть неправильно. Еще чуть-чуть и попал под раздачу. Что, пойдемте посмотрим, что там с косой случилось. Нет, давайте сейчас залезем наверх туда, на Багратион. Я вам покажу. Оттуда во все виды. А потом уже пойдем в район устья. Нет, вроде как не пострадали, все нормально. Да, немножечко присыпало их песком, вот видите. Только свежие срублены эти бунгало. Не срублены, это же не срубы. Свежесколоченные. Только выставили, вот на тебе. Опять младший брат штормовека пришел. Набедокурил. Ну, не сломал, и то хорошо. Хотя вот некоторые вон покосились. Вон-то он первое, которое... Первое. Вот это вот строение, бунгало. Все-таки его покосило хорошо. Потребуется как минимум физическое воздействие на него оказать. Видите, он просто ударился об...
вот эту штуковину, типа ступеньки, и понеслась. Блогеров дофигища. Все ходят, снимают. Я еще не успел дельфинчика загрузить. Ну, грузилось долго, сами понимаете. Большие ролики были. А мне уже пишут. А мы уже видели в Инстаграме, кто-то выложил. Так что как-то так. Конкуренция. Так, я так и не застегнулся. Сейчас застегнусь. Как бы так камеру поставить, чтобы вы видели. А то холодно. Прошу прощения. Я же должен быть здоровый все-таки, чтобы снимать. Вот такое вот море. Сверху, кажется, кстати, не такие уж и большие волны, да? Когда внизу стоишь, поинтересней, посимпатичнее. Пойдемте туда. В сторону устья реки Псизуапсе. А нет, тут это тоже слегка пострадал. Видите, которые были поближе к бетонию, те пострадали. Ну так, он отлетел какой-то уголок и все. Приколотят. Подровняют, стянут. А вот те, может быть это наоборот, это, может и старые. Да нет, тоже новенькие досточки, вроде как свежие. Так, дождик. Собака такой мелкий. Он же сейчас мне объектив весь за того запачкает. Ветерок, скажу вам, пронизывающий такой. Нормальный. Холодный, я имею в виду. Не нормальный, а холодный. Сейчас я протру объектив еще раз, ребят. Прошу прощения. Пойдемте посмотрим, что тут в районе Устина. О, у них тут, ребята, тоже в кафе. В этом новом. Прям вода на полу. А каким образом? А, наверное, крыша что-то не до конца сделана хорошо. Прохудилась. Речка Псизуапсе. Достаточно мощная, но... Это не пик ее мощи, скажем так. Если присмотреться, если вы увидите, то там он, вот этот родничок из трубы, на одном уровне с речкой. То есть река приподнялась. А этот кафешка все плавает и плавает, и хубахны. Ни туда и ни сюда. Ну, конечно, лучше, чтобы она стояла. Но еще лучше, если бы ее в того оккультурили хотя бы. Речка изменила свой боевой раскрас, видите, она такая прям... серо-буро-козюльчатая. Ну и само ее движение перекрасило, точнее, ее воду перекрасили в воду Черного моря. Они из вчерашнего бирюзового превратились в непонятные. Основное, смотрю, течение идет в сторону рыбацкого поселка. Кстати, обратите внимание, во-первых, прежде всего, как изменился пляж. Он стал ровным, таким прям идеальным. Если буквально 2 дня назад, помните, я здесь ходил, рассказывал вам про каскады, про двух, а то и трехуровневые пляжи, то сейчас нет. Он ровненький. Прям вообще идеальный пляж стал. Классненький. Сейчас иное количество камней будет смываться в сторону пляжа Лагуна туда. Из речки прям прямиком. То есть пляжи могут слегка-слегка прирасти. Здесь же сам пляж Багратион не вырос. Но разровнялся. Вот так вот. Я ориентируюсь по вот этим бетонным глыбам. Они как стояли на одном месте, так и стоят. В принципе, ну, глыбы, я имею в виду, стоят. А пляж даже, может быть, чуть-чуть стал поменьше. Но это сейчас волны отступят, и все будет нормально. Обратите внимание, еще раз прошу вас, как изменилось вот здесь вот место силы. Прям вообще ровненько, гладенько, так хорошо, красивенько стало. А вот эту вот кафешку, где иногда вешаются... бармены. Вообще камнями завалило. Смотрите. Нет, все расчистят, конечно. Но тут не один куб, я вам скажу. Тут камней нехило. Если вот сравнить даже с этими
Тут они устанут разгребать, а техникой сюда не подлезешь. Именно поэтому бармены тут и вешаются. Видите, им еще работа предстоит, слава богу. Сейчас пойдем посмотрим уровень реки. И поеду еще куда-нибудь сниму. Здесь, кстати, помните, под зданием прям было прям такое вот, не траншея, что-то такое, типа рва было такое. Все, нету его. Все камешками уложил. Ох, какие там волны сейчас. Шикарные. Прям такие каскады пошли. Здесь тоже он приподнялся, пляж. Сложился. Вот в этой части он сложился. Все, прохладненько, пойдемте. В общем, пляж сдвинулся сюда, ближе к кафе. Посмотрим там сейчас, как туалет же разобрали. На пляжах Свирский, Дельфин, я думаю, никаких глобальных изменений не произошло. Там происходить-то уже нечему. Хотя интересно, там в районе этой места встречи Дельфина и Свирского, как там сейчас дела обстоят. В ряде случаев, я вам скажу так, что на Ютубе даже еще и не видели эти ролики. На Дзене уже посмотрели. На Ютубе у меня вообще там проблема с загрузкой весьма большая. Поэтому я балконку даже еще не загрузил. Ну, короче, так что не пугайтесь. Я имею в виду к тому, что не пугайтесь, что могут выходить солнечные ролики и не солнечные. Кстати, туалет этот разобрали, видите? Был туалет и нет туалета. Теперь тяжело нам будет. Терпите. Да, речка поднялась, нехило поднялась, я вам скажу. Вот, этого поребрика уже нет, он скрылся полностью. Ветер достаточно сильный и холодный. Вот такие дела, друзья мои. А я, наверное, все-таки прокачусь туда, в сторону пляжа и Дельфин, и Свирски, где они встречаются. Поснимаю там для одного из каналов. В общем, что сказать. В принципе, пляж, на пляже Багратиона тут нечему было меняться, ломаться, я имею в виду. А вот на Взморье немножечко подмусорило. Изменения произошли и там. Ну, это все такие мелочи. По сравнению с тем, что было в ноябре, 27 ноября, это все фигня. Еще раз напоминаю, что на Дзен-каналах у меня и на одном, и на другом разные ролики выходят. Поэтому смотрите, даже волконка будет на одном канале будет два ролика, на другом будет тоже два, но они будут другие совершенно. Один будет с палочкой такой, новый ракурс, без моей нудной болтовни. Надеюсь, интересно. Баня на месте. Этот чан тоже. А это все мелочи. Это все уберется, если вот про пляж Взморья тут не такая большая проблема. По сравнению с тем, что было, вы помните, как я там по пене лазил в сапогах. Вот то была жесть, а это фигня. Всем пока, поехал на другие пляжи.